Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал постановление правительства округа, в котором утверждена розничная цена реализации 1 килограмма хлеба на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Так вот, согласно документам, в первом квартале сумма составляет 36 рублей 84 копейки, а во втором – 37 рублей 74 копейки. На третий квартал за его килограмм придется в среднем выложить 38 рублей 64 копейки, а в четвертом цена еще подрастет до 39 рублей 53 копеек. Отмечу, средняя розничная цена реализации хлеба по региону носит рекомендательный характер и используется для определения норматива финансирования производителей хлеба по муниципалитетам.